acepta este cordero impío, arrastrado por la lujuria y el pecado, y acógelo en el paraíso y en tu seno inmaculado. Oh Señor, compasivo y misericordioso, muéstrale a esta pecadora el camino. Тридцатое сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли. Из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет, только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Так, ну вроде прибыли. Зов природы. Пойду отолью. Сейчас. Que frío. Te has bebido el bar entero? Курить будешь? Сити, мастетрика. Эй, а я Альгинаи? Что-то он там не торопится. Провалился. Слушай, может, сходишь посмотришь, что с ним? Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Помогли, нечего сказать. И не говори, помощники, ля. Всех приветствую, ребят, на прохождение Resident Evil. Надеюсь, игрулька будет интересная. Не будет лагать, и мы с вами не заскучаем после прохождения минут 40. Вот это мне всегда везет. Вот такие вот напарники попадаются. А он не хотел бы сам бы сходить за своим же напарником, не? Почему мы должны?
Так, что тут у нас? На Ешку? На Ешку присесть. Странный выбор, конечно. Ну ладно. Просто я на Ешку привык все время предметы брать. Так, идем. Идем смотреть, что у нас тут происходит. Ну, по-любому мы сейчас кого-то тут встретим. Ага. Тихо, тихо, тихо. Бег, shift. Может, ну его. Может, назад повернем. Блин, а что с этим сенсой? Ну ладно. Надеюсь... Куда он подевался? Надеюсь, это вороны, да, так? Ага, это вороны так кричат. Ладно, нормально. Я думал, уже кракен кричит. Так, бонжур. Ага, что делать? На F-ку взаимодействие. Ага, ну, в принципе, нормально. Всем, кстати, приятного аппетита, кто сейчас кушает. Идемте дальше смотреть. Вот вроде все хорошо в этой игре, кроме системных требований. Вот просто они жесть какие. Так, все, отлично. Нас в доме по-любому сейчас будет кто-то ждать. По-любому нас кто-то нападет. Так что давай возьмешь ты вот топорик маленький. Не, не хочешь? Мачете. Понял, не, не хочешь. Ладно. Идем, давай смотреть, что нас тут с вами ждет. Давай, открывай. Донде стали библиотеки? Не, никого. Понял, ладно, идем. Есть кто? Угу. Сюда можно пройти, да, и сюда можно пойти. Блин, я даже не знаю. Ладно, давайте зайдем сюда, в эту дверку, а там уже посмотрим. Так, бонжур, кто нас тут ждет? Никто, да? Эфочка, блин, я бы, наверное, лучше бы на Ешечку бы это все сделал бы. Что это у нас такое? Разброс назад, повернуть влево-вправо. Угу, понятненько. Полученный документ. Понятно, что мы читать его не будем. Явно не в таких играх сидеть читать документы. Нам нужен хардкор. Блин, вот сенса, конечно, меня убивает. Мне приходится, чтобы повернуть, чтобы вы понимали. Это раз, два, три. Это чисто... Я протягиваю полностью свой коврик от начала до конца. Надо будет ли в настройках потом поменять, либо, может быть, оно в дальнейшем будет по-нормальному. Так, давай, заходим. О, здорово. Как оно? Простите, что я без спроса. Бускуон Полисе. Бинуаки. It's me, Марио. Excuse, сеньор. Не, чувак, доставай ствол. Что-то он какой-то мутный. О, а вот и наш напарник. Прикольненько. Вот это я понимаю, вот это удар. Спишь? Так, ладно. Тут два варианта. Либо наш напарник уже... Ага, ключик есть, да? Хорошо. Либо наш напарник уже вот тут варится бульончиком. Либо... Ну и вонь. Да ладно, нормально. Примерно 3 года я так и готовил. Это как его, либо кто-то тут еще есть. Так, дай сюда. Угу, а перевернуть его нельзя, да, типа, посмотреть? Ладненько.
Хотя не поверишь, некоторые заведения, когда заходил отдыхать, покушать, примерно вот такую еду мне и подавали. И ты такой, ну, спасибо, вкусно. Дайте две, как говорится, дайте с собой. Так, сюда мы выйдем? Нет, сюда мы не выйдем. Блин, грёбаная сенса. Ну ладно, давайте попробуем так. Если что, поменяем. Ага, это что у нас тут? Это ключик, да? Здесь ничего не запрятано? Не запрятано. Хорошо. Не помню, в какой я резик играл, но там вроде управление чуть-чуть по-другому было, или нет? Так, фонарик. Угу, пошли. А нам точно нужен этот напарник нашего напарника? Может мы домой? Что-то как-то не внушает доверия мне эта местность. Так, привет. Кто смотрел сериал «Ганнибал»? Помните, в одной из серий была такая вот штука наподобие. Так, ага. Это что такое? Это свинка лежит, понял. Здесь ничего нету? Нет, тут ничего нету. Идем дальше. Так, ты ствол не прячь. Эй! Понял. Напарник отдыхает. Понял. Что там у тебя? Донде стала библиотека? Да что за херня? Вот мне тоже вопрос. А полицейский знает, в принципе, зачем им нужен револьвер или не? Или скажи, зачем, правильно? Так, достать оружие, стрелять. Хорошо, ладно. Идемте посмотрим. Что это? Это к нам. Походу в гости, да, к нам идут уже? Вот, да? Ты где находишься, погоди. Ага, вот ты где. Бонжур. Ах ты падла. Ах ты падла. Серьезно? У нас с вами 7 патрушков. И все? Так. Надеюсь, ты не встанешь больше. Ага, и за нами сейчас будут охотиться. Прикольненько. Ну и ладненько. Идемте. Так, давайте, наверное, присядем. Я не знаю, поможет ли это, либо не поможет. Да, да, да. Так, ребята, что делать? Куда идти? Куда идти? Направо, налево? Я не помню. Куда идти? Направо, налево? Либо наверх. Блин, гребаная сенса. Ничего не могу повернуть. Да, давай, еще сильнее. Стукни дверью. Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. Мне пора. До связи. Жесть. Беги. Беги. Просто беги. Не смею задерживать. Красавчик.
И все, и погоня закончилась, да? Правильно понимаю? Давай вы еще телефонами с ним обменяетесь и телеграммом. Просто уходи. Идите к озеру. Все, идем к озеру. Типа, эй, чувак, ты не ушибся, когда выпрыгивал? Сэнкрент. А не, нормально. Как найти тебя в телеге? Почему бы и нет? Тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Это что такое? F поднять. Ага, потрошки. Хорошо, отлично. Так, ребят, я таки извиняюсь, но настройки и чувствительность. Где у нас тут чувствительность? Так, камера. Максимальная скорость камеры при ходьбе. Наверное, давайте просто по максимуму сделаем. Я не могу прокручивать так. При прицеливании тоже. Так, при ходьбе ускорить камеру, геймпад. Я надеюсь, это оно и есть. Так, сюда. А, это геймпад, понял. Все. Нормально, давайте попробуем. Все равно по максимуму сделал и как бы... Блин. Ну ладно. Ладно. Маем еще маем. Так, я так понимаю, это у нас идет сохранение, да? Правильно? Сохранилочка. Изменить кейс. Добавить новый кейс. Меню изменить кейс. Добавлю новое оружие. Особое сохранение игры и хранилище предметов. Чтобы сохранить игру, воспользуйтесь любой печатной машинкой. Чтобы менять оружие, доступное в нашем сражении, используйте меню хранилища. Так, а давайте посмотрим, что у меня в хранилище есть. Во. Во. Отлично, все. Забрали все. Правильно? Правильно. Сохранить игру. Давайте в первую ячейку. Все, отлично. Давайте смотреть, как у нас будет теперь оружие. Ага. На колесико мышки можно будет. Ладно. Давайте, наверное, возьмем с вами... А, у нас всего два патрошка, да? Тут 19-12, ладно. Все, присели, идемте дальше. Блин, какое же все-таки неудобное управление с геймпада. Если она когда переносит его на компьютер. Все, 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 тихо, тихо. Ой. Жалко песика. Так, что нам нужно? Нам нужно, по-моему, дойти до озера. Правильно я понимаю? Или небо? Или неправильно? Или правильно, или неправильно? Не знаю, играли вы эту игру на компьютере, либо на плойке, я не знаю, там. Присесть, встать. Но на ПК реально неудобно. Так, мне интересно, а мне с ними нужно сражаться, либо мне можно просто спрятаться от них? А, падла! А ты кто? Где ты? А ты не хочешь кони двинуть, не? Ой, походу зря я это сделал. Так, что это? Писеты. У нас какие-то писеты есть. Прикольненько. Падла, повернись. Неудобно. Неудобно. Как же ж неудобно все-таки это делать. Ладно, ладно. Попробуем записать первую серию. А там посмотрим. Угу. А нельзя никак... Я таки опять извиняюсь, но нельзя еще больше сделать, не?
Не, больше нельзя сделать. Ладно. Падла. Что? Ты чего? Я не заметил, да? Как я замечу, если я под ноги не смотрю? Ну, правильно. А как я буду смотреть под ноги, если за мной тут всякие мутанты охотятся? Бонжур. Ах ты, падла! Ах ты, падла! Бей его! Бей, 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 бей! Мне реально проще ножами их забивать, чем... чем гребанными этими, какими револьверами. Так, что это такое? Световая граната. Тихо, кто-то бежит. Стоп, 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 стоп. Все, 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 хорошо. Так, это что у нас? Красная трава. Угу, это типа крафт, да? Во, быстрый доступ к оружию. Вы можете настроить быстрый доступ к оружию. Хорошо, закрыть. Предметы, важные вещи, крафт, вот, смесь. Будем с вами крафтить. Так, боеприпасы, разные, всю травы. Что, мы можем что-то скрафтить? Нет, не можем. Так, смесь зеленой и красной травы восстанавливает почти втрое больше здоровья. Угу. Так, жетон полицейского, понятненько. Ага, вот и карта. Карта, если вы заблудились, откройте карту, чтобы увидеть свое текущее местоположение. Если у вас есть карта сокровищ, вы также увидите, где спрятаны ценности. Нам нужно... Мы отсюда пришли, правильно? Нам нужно вот сюда. Так, сокровища, сокровища. Угу. Угу. Я таки извиняюсь, это нам столько нужно будет сейчас с вами пройти. Так, домик у озера. Понял, прикольненько. Сейчас, секунду. Надеюсь, это мне так кажется, что нам нужно будет столько много идти. И на самом деле оно находится очень близко. Так, ну я так понимаю, аптечек у нас с вами на данный момент нету, да? Если я сейчас буду в некоторых моментах, как говорится, вести себя глупо, о, подобрал слово, то это все из-за... Ага, что-то упало. Здорово. Это из-за сенсея. А что упало? Алло, подай. Так, ага, бонжур. Блин, только не верите, что мне сейчас придется со всеми с ними сражаться. Ага, вот и наш второй напарник. Был. Охренеть. О, курочка, ля. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Когда, как говорится, твоя концентрация арчи, да? Ладно, все, посерьезнее немножко. Блин, может, мы не будем выходить, а просто постоим? Ну, не хочу я с ними сражаться. Сейчас по-любому что-то пойдет не так. Ладно, ладно. Нам через них идти, правильно я понимаю? А если мы сейчас попробуем всех перебить, получится или нет? Донде стали библиотека? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Что делать? Что делать, ребят? Куда идти? О, о, завис. Завис, да? Донде стали. Смотришь мои стримы, да? Понял, хорошо. Так, отлично. Забрать. Зеленую забрали. Все, 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 женщина, тихо, тихо, тихо. Так. Можно вырубить бабуську или нельзя?
Можно вырубить бабуську или нельзя? Можно. Все. До побачення. Хорошо, порох. Порох. С помощью пороха мы с вами будем делать эти, как его, потрошки. Тихо, тихо, ты чего? Ты чего прикалываешься? Блин, какое ж неудобное здесь управление. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно с вами создание предметов. Это понятненько, да. Так, создание предметов. Давайте травы посмотрим. У вас с вами что мы можем сделать? Вот мы сможем с вами сделать. Нужно зажать левую кнопку мышки. У нас получилась смесь какая-то. Прикольненько. А где эта смесь находится? Лечебный спрей. Окей. Где наша карта? Куда нам идти нужно? Смотреть. Хорошо. Блин, ну нам явно вот сюда. Погоди, а куда нам надо вообще? Домик у озера. Мы точно туда идем или нет? Может, нам назад нужно? Алло. Погоди, а если я сейчас сюда повернусь? Сейчас посмотрим. Да, правильно, нам сюда и нужно. Ладно, пошлите. Максимум брони и максимум, как говорится, силы. Так, максимально будем по-тихому тут проходить. Надеюсь, мы пройдем. Надеюсь, мы пройдем и нас не запалят. Ах ты! Дон дистала библиотека. Побежали. Все, все, все. Отбейтесь от врагов. Ой. Да ты издеваешься. Ку-ку. Понял? Падла, падла, падла. Ты хоть чувствуешь боль? Ага. Все, 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 уходим, ребят, уходим. Здорово. Не-не-не, ребят, я ж пошутил, все. Все, 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 все. Я пошутил. Открой, пожалуйста. У нас нету ключа. Нет, пожалуйста, только не в меня. Я ж так молод. Один есть. Все, уходим. Коровка, помоги, пожалуйста. Коровка, помоги. Падла с бензопилой. Падла с бензопилой. Неудобно, 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 неудобно. Вообще неудобно. Гребаная сенса. Гребаная сенса. Уходим, уходим, уходим. Все, 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 все. А вы сюда не сможете выйти, нет. Я не смогу выйти. Падла, пожалуйста, закончись. Да что тебе еще надо? Да сколько вас тут? Алло, ребят, алло, алло, алло. У меня два патрона. Два патрона. Да блин. А ты вообще хоть что-то чувствуешь? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Все, до побачення. До побачення, до побачення. Коровка, спасай. Пожалуйста, спасай меня, коровка. Сами вы падлы. Так, все, 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 все. Так, у нас проблемы. У нас реальные проблемы. Я не знаю, как победить.
Это что, шутка такая? Угу. Так, все. И не говори. Блин, было все хорошо. Угу. Сейчас, секунду. Секундочку. Я говорю, было бы все хорошо, если бы не... Гребаная эссенса. Так, ручная граната, хорошо. Ты издеваешься, падла, надо мной. Все. Стоп, а как мне поменять? Я хочу дробовик взять. Взять, надеть. Вот, все. Ты ж есть же. Правильно понимаю. Куда бежать? Куда бежать? Ага, у меня всего лишь 5 из 10. Что делать? Что мне делать? Не-н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 е. Донде стали библиотека. Сама такая. Так, я так понимаю, мне нужно что-то будет сделать. Что именно? Стопэ. Где наша гранатка? Хочу взять гранатку. Взять, надеть. О, падла! Нет! Все, мы справились. Нет, не справились. А? La campana. Ага, начинает тупить, да? Так, жесть. Да, в некоторых катсценах у меня будет оно подвисать. Ну, тут я, кажется, уже ничего не могу сделать. Вот такая вот игра. И все? Это типа вы за мной побегали и все? Прикольно. Куда это они все? Мне тоже такой вопрос интересует. Resident Evil 4. Прикольненько. Начало мне нравится, то, что лагает иногда на катсценах, мне не нравится. И управление вообще мне тоже не нравится. Ну, то есть именно сама сенса. А так, в принципе, ничего. Начало хорошее. Так, куда нам нужно идти? А где там домик у озера? Так, сейчас нам налево и вот сюда, да? К дороге. Прямо и налево. Это у нас что-то такое? Сокровище какое-то. Кондор-1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Мельница. Понял. Будь осторожен. Отбой. Да, я сама осторожность. Так, а где у нас тут бриллиантик светился? Идите к озеру. Сейчас, погоди. Дай мне дробовик взять, надеть. Все, отлично. В открыть карту. Давайте попробуем. Угу. Это что у нас? Это у нас непонятно. А где у нас озеро? Да ё-моё, сколько до озера топать. Ладно. Не, ну серьезно, разработчики. Вот я понимаю, что меня разработчики никогда в жизни, наверное, не посмотрят. Я в этом уверен. Но если вы переносите с приставок на компьютер, делайте сенсу нормальную.
Проверяйте, пожалуйста. Так, ожерелье. Ага, комбинирование сокровищ. Собранное вами сокровище можно посмотреть меню важной вещи. Некоторые сокровища можно дороже продать. Хорошо, ну то есть мне нужно сейчас сделать 5 полукорейца оборота в мышке, чтобы повернуть. Ну это бред. Как по мне, это бред. Так, у нас с вами 4 патрушка. Ладно, мне тут бриллиант в принципе не нужен. Так. Где он находится? Он где-то находится непонятно где. Или мы забрали его? Ну ладно, еще один, да, мы пропустили, вот брюлик. Ну, возвращаться я не буду, спасибо. Спасибо, но возвращаться я не буду. Лучше мы что-то не продадим, чем опять вернуться к ним. Так, а я не знаю, а можно ли будет... Что вот? Ага, мельница. Интересно, можно ли будет крафтить себе... Не крафтить, а улучшать свое оружие. Так, сохранение. Хорошо, встаем. Сохранить. Так, перезаписать. Да, отлично. Так, назад. Хранилище. Давайте, наверное, уберем вот это вот. Я сказал, уберем. Ну, нельзя убрать. Алло. Так, положить. Все, отлично, отлично. Порох, пехоль. Знаете, наверное, один пехоль. Почему у меня положить? Положить. Вот, вот так сделаем. Ножик останется по-любому. Хотя он у меня заканчивается. Это вот сюда. Сейчас начинается тетрис. Это вот сюда. Все, хорошо. Назад. Сохранить, сохранить. И да. Отлично. Так, что у нас тут находится? Пьесу. Пьесу. Хорошо. Мне интересно, а... Сейчас, секунду, где она находится? Изменить кейс. Так, не, понял. Это не то. Где находится магазин, где я могу покупать? И оружие, и тому подобное. Давайте, наверное, на этом серию закончим. Я не знаю, как вам, стоит ли ее проходить, либо нет. Потому что, если честно, меня вот эта вот сенса убивает. Из-за нее я буду нервничать. Так что все. Решайте, стоит ли выпускать вторую серию. Либо ну его и поискать что-то другое. Так что все. Всем пока-пока. До потом. И, как говорится, не ходите за своими напарниками. Оно того не стоит. Все. Мур-мур.